Я действительно расскажу вам про такую, с моей точки зрения, очень занимательную, увлекательную тему, которая называется «Система общих представителей». Правильно, я же ее заявил. Я обычно начинаю ее рассказывать с конкретного примера, который точно понятен школьникам. Постановка вопроса такая, совершенно, можно сказать, развлекательная, вроде как практическая даже. Ну а потом мы как-то это сформулируем уже в абстрактных терминах и попробуем понять, как это связано с большой математикой. Задача такая. Есть какое-то количество школьников, какое-то множество школьников, каждый из которых, наверное, хотел бы отправиться на какую-то продвинутую олимпиаду. Ну, давайте считать, что у нас есть 30 школьников, как-нибудь их там занумеруем. Школьники — это числа. Число 1 — школьник, не знаю, Миша. Число 2 – это школьник Петя, число 3 – это школьница Аня и так далее. Это просто люди, сейчас записанные в виде таких вот цифр, чисел от 1 до 30. Каждый из этих ребят хочет поехать на Олимпиаду, но, естественно, нам хочется составить команду таким образом, чтобы она была попредставительнее, посильнее. То есть нам хочется отправить на Олимпиаду такую команду, которая с большей вероятностью победила бы. Поэтому мы производим некое тестирование заранее. Прежде чем отобрать участников на Олимпиаду, мы производим некое тестирование. А именно мы проводим, ну, условно говоря, контрольную по комбинаторике, например. Ну, я комбинаторику люблю, поэтому давайте начнем с комбинаторики. И по результатам проведения этой контрольной мы отбираем 5 лучших товарищей вот из этих 30 человек. Давайте назовем множество, состоящее из этих 5 человек, вот так вот, М1. Это 5 человек, которые лучше всего написали контрольную, ну или олимпиаду внутреннюю по комбинаторике. 5 лучших комбинаторов. Вот. Потом мы делаем то же самое по отношению, скажем, к геометрии. И отбираем 5 лучших товарищей с точки зрения знания геометрии, то есть умения решать олимпиадные задачки по этому предмету. Ну и так мы делаем достаточно долго. Предметов существует великое множество. Давайте считать, что всего этих предметов, скажем, в принципе, не важно. Давайте 10. Не перебарщивать. Вот есть всего 10 предметов, по каждому из них мы произвели тестирование, и в результате тестирования отобрали 5 лучших товарищей по соответствующему предмету. Я думаю, что вы понимаете, что эти 5 могут, например, совпадать, потому что теоретически вполне может оказаться, что лучшие комбинаторы, лучшие геометры — это просто одни и те же люди. Но могут и не пересекаться вовсе. Комбинаторщики могут оказаться, скажем, лучшими комбинаторщиками могут оказаться 5 первых человек, а лучшими геометрами могут оказаться последние 5 человек вот из этого множества. Как уж там фишка, что называется, ляжет, это мы заранее предсказать не можем. Ну вот мы провели все наши 10 тестирований, наши 10 контрольных работ, и в результате каждого из них отобрали 5 лучших. Получилось 10 5-элементных подмножеств вот такого вот 30-элементного множества. Теперь, как вы думаете, что мы хотим сделать, чтобы составить из этих ребят наиболее эффективную команду? Ну, найдите ребят, которые входят как можно большее число множеств. Ну, это скорее уже алгоритм вы предвосхищаете. Скорее, я-то хочу сказать просто, наверное, нам не хочется брать всех 30 человек, иначе зачем бы мы проводили это тестирование? Наверное, нам хочется взять поменьше народу, потому что, да. Ага, совершенно верно, да. Наверное, нам хочется выбрать отсюда некоторое множество людей S, таким образом, чтобы количество элементов в этом множестве, то есть количество людей в команде, давайте это количество обозначим модулем, это общепринятое обозначение, означающее просто мощность, количество элементов в множестве. Так вот, мы хотим, во-первых, чтобы это количество было как можно меньше, я вот так это изображу, чтобы оно было минимальным, самым маленьким из возможных. Но при этом нам хочется, чтобы в этом множестве были представители всех вот этих вот лучших 5, хотя бы по одному из каждой. Потому что нам хочется, чтобы в команде был хотя бы один великий комбинатор, хотя бы один великий геометр, хотя бы один великий числовик и так далее. Вот все 10 предметов мы хотим таким образом исчерпать.
То есть что это означает? Это означает, что мы хотим, чтобы пересечение множества выбранных в команду людей и множества комбинаторов было не пустым. Чтобы пересечение множества, опять же, выбранных в команду людей и множества лучших геометров также было не пустым, ну и так далее, вплоть до последнего множества с номером 10, чтобы это пересечение тоже не было пустым. Нам хочется выбрать по представителю из каждого множества, может быть, по нескольку представителей, но так, чтобы количество людей в команде в итоге было минимально возможным из всех таких выборов. Спрашивается, насколько маленькую команду мы можем взять с одной стороны, и чем ограничены наши возможности в общем случае с другой стороны. То есть всегда ли мы можем взять маленькую команду, достаточно маленькую, насколько маленькую, а с другой стороны, каковы нижние ограничения для наших возможностей? Ну вот конкретно для этих пар. Вот у нас есть 30 человек, 10 тестирований, и в результате каждого тестирования образовалась пятерка лучших. Вот алгоритм, кажется, уже был предложен кем-то вообще, как можно было бы попытаться набрать команду поменьше размера. Кто-то произносил правильные слова по поводу того, как надо тестировать. Одного из каждого. Нет, если мы возьмем по одному из каждого множества, то мы возьмем 10 человек, правильно? Ну, я не знаю, насчет 10, кстати, я, может быть, хватану. Можно чуть-чуть меньше, потому что понимаете, что если 5 умножить на 10, то это все-таки 50. В то время как человек у нас 30. Поэтому расположить эти пятерки так, чтобы они вообще не пересекались, мы точно не сумеем. Таким образом, какие-то две пятерки железно пересекаются, и для них мы можем взять одного представителя. Что означает? Это означает, что мощность теста, то есть количество людей в команде, точно не превосходит чего? 9. Совершенно верно, да. То есть 9 человек в команду всегда можно взять. Ну, давайте подумаем, как можно было бы действовать, чтобы взять поменьше, гарантировать поменьше. Вообще мне не очень нравятся, честно говоря, эти параметры. Я подумал, что я сейчас их поменяю. Давайте я больше привык к таким, что очень нравится. Вот здесь мы сделаем побольше, делаем 18, а здесь возьмем не 5, а 6. Но это совершенно не важно, как ставить задачу. Вот. Теперь у нас шестерки лучших, всего 18 предметов и 20 человек. Ну, тем более понятно, что 6 умножить на 18 гораздо больше 20, поэтому множества точно пересекаются. И значит, не больше, чем 17 представителей мы обеспечим. А как бы нам поменьше, а? Ученики, которые сразу входят в несколько множеств. А можем ли мы гарантировать, что они сразу входят в несколько множеств? Да, это правильно. Ну, давайте я объясню. Значит, очень простое соображение, оно действительно основано на соображении, что на методе выбрать как можно больше множеств, содержащих одного ученика, называется жадный алгоритм. Такой есть термин. Жадный алгоритм. Делаем так. Берем того из этих 20 товарищей, который находится в самом большом количестве шестерок. Сразу хотим жадно захапать. То есть мы хотим выбрать такого человека, который является представителем сразу очень большого количества наилучших команд. Мы им убьем сразу кучу множеств, которые после того, как мы его взяли, уже можно будет и не исчерпывать никоим образом. Все, специалист будет у нас и по комбинаторике, и по геометрии, и по числам там, почему хотите. Вот смотрите, когда мы взяли этого самого жадного товарища, давайте его как-то назовем x1. x1 это некоторый человек из множества от единицы до 20. Это такой человек, еще раз я напишу, который принадлежит наибольшему количеству шестерок. Если он не единственный, берем любого. Во скольких шестерках, независимо от того, как эти шестерки между собой взаимодействуют, во скольких шестерках с гарантией этот человек точно присутствует? Не меньше, чем во скольких. Но в двух это правда. Но можно сказать лучше. В пяти? Сейчас соображу.
А мне кажется, что в пяти это уж точно правильно. В пяти это точно правильно, я вам даже больше скажу, в шести. Я бы сказал, что в шести, да. А, мое соображение такое, ну я сейчас вам напишу, а дальше будем разбираться более подробно. 18 умножить на 6 и поделить на 20, то сверху у меня получится 108, а снизу 20. И 108 поделить на 20 строго больше 5. Я вот так бы рассуждал. Поднимите руку, кто понимает, откуда я взял эту дробь вообще, для чего она мне нужна. Ну, я понятно, я умножил вот эти 18 предметов на 6 человек, а потом распределил их по 20 людям. Но это такой очень простой принцип Дирихле. Знаете, что такое принцип Дирихле? Нет. Нет. Понятно. Ну, хорошо, давайте я вам тогда нарисую картинку. Вот эти люди наши. 1, 2, 3 и так далее. 30. Я их так изображу точечками на доске. Хорошо? Так. А? Ой, их же у нас 20 стало, виноват, да, я что-то как-то зарапортовываюсь. Конечно, 20, да, 20 человек. И давайте вот эти вот шестерки я условно нарисую как такие сардельчики, состоящие из этих шестерых, каких-то шестерых людей отсюда. Ну, вот там одна шестиэлементная сардельчика. Вот она состоит из каких-то шестерых людей. Я ее располагаю над теми людьми, которые в нее входят просто. Ну, сарделька, конечно, она не обязана быть такой вот сплошной, то есть она может распадаться на кусочки, скажем, 3 первых человека и 3 последних человека в эту такую разорванную сардельку входят. Вот. А дальше я нарисую еще одну сардельку, тоже размера 6. Она опять может быть разорванной, конечно, но так, для красоты я рисую, как будто бы она сплошная. Но каждую сардельку я рисую на своем этаже. То есть одну сардельку я нарисовал на первом этаже, другую на втором этаже, третью, ну давайте нарисуем все-таки, что она может быть разорванной, я нарисую на третьем этаже и так далее. Всего у меня этажей 18, да? 18 этажей. 18 этажей, потому что у меня 18 этих шести элементов множеств, состоящих из наилучших товарищей. Давайте я нарисую как бы такой прямоугольник. Вот здесь надо рисовать 20, вот это 20. Вот такой вот прямоугольник я нарисую. Внимание! Сколько суммарно в этот прямоугольник входит вот этих точек, то есть людей в наших шестерках, в наших сардельках? 360. Что-что? Почему 360? Не-не-не-не, вот здесь у меня точек никаких нету. Я суммирую только точки, находящиеся внутри сардельки. 108. Но 108, 18 умножить на 6, конечно. Суммарное количество точек это 18 умножить на 6. Теперь, смотрите, вот этот самый жадный товарищ, который принадлежит наибольшему количеству шестерок, как он здесь может быть отображен? Мы просто берем каждого товарища и смотрим, в скольких шестерках он присутствует. Ну, скажем, здесь он присутствует в 3, а вот этот товарищ присутствует в 2, и этот товарищ присутствует в 2. Так? А этот товарищ, скажем, только в одном. Значит, крайне. Самый жадный присутствует в наибольшем количестве шестерок. Значит, как можно по-другому оценить количество, суммарное количество точек в наших шестерках? Чего оно точно не превосходит? Чего это количество точек точно не превосходит? Мы можем взять количество точек, которые сидят над самым жадным товарищем. Давайте это количество обозначим как-нибудь, ну, Y, например. Y – это количество точек, Y1, это количество точек, которые сидят над самым жадным товарищем. 20. Тогда общее количество точек точно не превосходит Y1 умножить на что? 6. Нет, на 20. Почему? У каждого человека есть сколько-то точек, которые над ним сидят. У самого жадного товарища их Y1. Значит, суммарное количество точек не больше, чем Y1, ну, то есть самое большое вертикальное количество, помножить на 20 человек. Правильно? У нас получается, что 18 умножить на 6 не превосходит Y1 умножить на 20. Откуда Y1, в свою очередь, не меньше, читаем справа налево, не меньше, чем 18 умножить на 6 поделить на 20. Это ровно то, что я написал.
Понятно всем? Ну, такое простое рассуждение. Но, понимаете, это 108, как мы выяснили, это 20. Значит, 108 поделить на 20, это 5 целых, там, сколько-то десятых. 4 десятых, по-видимому. Ну, если самый жадный товарищ принадлежит не меньше, чем 5,4 множеством, ну, наверное, он принадлежит не меньше, чем 6 множеством. Вот это то, что я и сказал. Надо брать, на самом деле, верхнюю целую часть, то, что называется. И это будет отвечать нижней границе количества множеств, которые мы таким образом уже представили. Итак, мы взяли товарища с номером x1, и за счет этого представили целых 6 множеств, возымевшихся в нашем распоряжении 18. Смотрите, у нас осталось 12 множеств, из каждого из которых нам по-прежнему нужны представители. Как мы будем действовать? Ну, наверное, так. Наверное, мы продолжим ту же самую жадную процедуру, а именно возьмем человека, которого обзавел уже x2, а не x1, и который будет представителем наибольшего количества из вот этих 12 оставшихся множеств. Но опять же, какое количество мы можем точно гарантировать, что этот товарищ представит? Ну, давайте посмотрим. Наверное, надо 12 теперь уже умножить на 6. И это поделить на сколько? На 19. На 19. Потому что мы теперь выбор осуществляем из 19 человек. Мы одного выбрали, и все множества, которые его содержали, мы тоже уже представили. Поэтому про них можно забыть. У нас все живет теперь на 19 людях. Ну и, конечно, верхняя целая часть. Так, это 72 поделить на 19, это 4. Но 57 поделить на 19, это 3, значит, верхняя целая часть будет 4. Это 4. Ну, давайте попробуем понять, сколько в таком духе у нас в итоге получится. Как бы нам не запутаться. Так, вот у нас x1 оставил 12 непредставленных множеств. После того, как взяли x2, осталось 8 непредставленных множеств, правильно? Так, надо точно так же 8 умножить на 6, поделить на 18. Успеваете за этой мыслью? Так, 8 на 6 это 48, поделить на 18 это 3. Верхняя целая часть. Значит, когда мы выбираем жадника вот этого x3, то у нас остается 5 непредставленных множеств. Дальше нужно 5 умножить на 6, поделить на 17 это 2. Когда мы выберем четвертого, у нас останется 3 еще предмета. 3 умножить на 6, поделить на 16, это сколько? Нет, это 2. 3 умножить на 6, это 18. Поделить на 16, это больше единицы, поэтому верхняя целая часть снова 2. 1. И когда мы выберем x6 из вот этого единственного оставшегося множества, у нас будет 0. Все, мы всех представим. То есть мы 6 человек сумели взять в команду, правильно? Как бы ни были расположены вот эти вот множества лучше, мы не знаем заранее, каковы будут результаты нашего тестирования. Но каковы бы они ни были, как бы ни были расположены вот эти 18 6-элементных подмножеств в нашем 20-элементном множестве, а шестерых команду всегда взять можно. Не более чем шестерых. Правильно? Вот очень интересно, а бывает ли, можно ли это улучшить дальше? Ведь никто же не сказал, что наш жадный алгоритм является абсолютно неулучшаемым. Что же он гарантирует такое? Может быть, можно придумать какую-нибудь конструкцию, состоящую из шестерок чисел отсюда, так, чтобы ее и нельзя было представить меньшим количеством элементов, или это неправда? Ну, какие-нибудь нижние оценки можно придумать? То есть, давайте попробуем построить какую-нибудь совокупность, состоящую из 18 шестерок, выбранных отсюда, так, чтобы система представителей была пожирнее по необходимости, чтобы нам требовалось взять в команду многих. Как бы это сделать? Ну, есть совершенно тупое соображение взять, пытаться как можно больше множеств, которые бы просто попарно не пересекались. Тогда из каждого придется брать, конечно, по представителю. Ну, какая конструкция? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. Ну и дальше там то, что не умещается. Сейчас я сотру, будет умещаться. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Как видите, я задействовал даже не всех 20-рых, я задействовал только 18 человек. И у меня всего 3 шестерки. Но я во всяком случае могу сказать, что бывают ситуации, когда троих в команду придется взять, это точно. Потому что какими бы ни были все оставшиеся шестерки, из каждой из этих шестерок надо взять по представителю. То есть получается, что как бы верхняя оценка 6, всегда можно взять шестерых, а нижняя оценка 3. Существует ситуация, в которой потребуется трое. А можно придумать еще более хитрую какую-нибудь конструкцию, в которой потребовалось бы еще больше? Чуть-чуть подумайте, может что-нибудь сообразить. Как можно было бы набрать пожирнее. Но, может, это и не так просто. Боюсь, что это не так просто. Ну, сейчас я вам предложу некоторое соображение, которое может привести к успеху. Смотрите, вот давайте рассмотрим такое множество. 1, 2, 3. 4, 5, 6 и еще 7. И из этого множества вытащим все шестерки, которые в него входят. Сколько в нем всего различных шестерок? Как? Здесь же 7 человек. Сколько всего есть различных шестерок, составленных из 7 человек? Это такая простая комбинаторика. Наверное, 7, а? Я вообще думаю, что шестерок столько же, сколько просто людей в этой семерке. Потому что если вы зафиксировали какую-то шестерку, то вы однозначно можете зафиксировать оставшегося человека. Поэтому шестерок есть столько же, сколько есть просто людей. 7 штук. Здесь, давайте я скажу, здесь 7 шестерок. Вот это всем понятно? Поднимите честно руку, кто понимает, почему 7 шестерок. А вот не все понимают. Не все. Шестерок. Непонятно, почему 7. Смотрите, вот если мы взяли вот эту шестерку, то к ней дополнительно является совершенно однозначно определенная 7. А если мы, например, возьмем вот эту шестерку, то к ней будет совершенно однозначно дополняться вот эта вот единица, добавляться. Это единица. И так для каждой шестерки. Поэтому сколько есть способов выбрать одного человека, столько же есть способов и выбрать шестерых. Если мы взяли, например, четвертого человека, то соответствующая шестерка состоит из людей 1, 2, 3, 5, 6, 7. И так туда-обратно. Есть такое естественное соответствие между множеством всех шестерок отсюда и просто множеством отдельно взятых людей. Людей 7, значит и шестерок тоже 7. Такая очень простая вещь. Вот, а очень интересно, вот если в нашей совокупности, состоящей из 18 шестерок, присутствуют 7 таких шестерок, вот отсюда извлеченных, то какая система представителей будет для них наименьшей? Сколько надо заведомо взять людей в нашу команду, чтобы эти люди обеспечили представительство для вот этих вот 7 шестерок? Одного человека хватит взять? Ну, смотрите, если вы возьмете первого человека, то вы не сможете представить шестерку, которая как раз к нему дополнительно. Если вы возьмете второго человека, то вы не сможете представить шестерку, состоящую из 1, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее. Какого одного человека не возьми, всегда есть дополнительная к нему шестерка, которую он как раз не презентует, правда? Значит, надо двоих брать, совершенно верно. Вот я надеюсь, что сейчас это всем понятно. Да, действительно, надо брать двоих. Причем абсолютно любых, кстати. Абсолютно любых. Вот возьмите товарищей с номерами 1, 2. И все. А будет представлять нашу шестерку? Конечно, один представляет все шестерки, в которые он входит, два представляет все шестерки, в которые он входит, а шестерки, в которые не входит 1 и 2, теоретически могли бы располагаться только вот здесь вот, на 3, 4, 5, 6, 7. Но тут просто места не хватает, здесь только 5 человек. Какие же там шестерки? То есть мы всех шестерок, все шестерки мы представили с помощью людей с номерами 1 и 2. Но все-таки двух людей требуется.
взять. Два человека требуются для того, чтобы представить вот эти семь шестерок. Для того, чтобы эти семь шестерок представить. Чтобы эти семь шестерок представить, чтобы послужить представителями этих семи шестерок. Представить. Прекрасно. Замечательно. Но понимаете, что мы же сейчас задействовали только семь шестерок, а у нас-то есть огромный ресурс, нам-то надо построить 18. Да? Ну, давайте попробуем. Вот мы взяли 1, 2 и так далее, 7. Давайте возьмем еще 8, 9 и так далее, 14. Еще одну семерку. И поступим по отношению к этой семерке абсолютно точно так же, как мы поступили по отношению к первым семерым товарищам. То есть отсюда вновь извлечем все возможные шестерки. Здесь тоже 7 шестерок. Согласны? И для того, чтобы осуществить представительство на множестве из этих семи шестерок, тоже нужны два человека, причем явно отличные от тех, которые использовались ранее. То есть, давайте я это зафиксирую, здесь тоже нужны два человека. Нужны два человека в команду. Смотрите, что у нас получается вместо оценки 3 снизу? Смотрите, и здесь нужно два человека, и здесь нужно два человека. Значит, в сумме нужно 4 человека. То есть есть нижняя оценка 4. Как еще улучшить? Ну, смотрите, мы здесь задействовали 7 шестерок, здесь 7, итого 14. А у нас-то ресурс еще больше, у нас есть еще 4 шестерки, да? Ну, давайте возьмем шестерку, состоящую из людей 15, 16 и так далее 20. Это в аккурат 6 человек, правда? В аккурат 6 человек. И на них требуется отдельный товарищ по отношению к тем двоим, которые отсюда, и тем двоим, которые отсюда. Итого не меньше 5. А теперь упражнение на дом, сложное. Что же все-таки правильно? Может быть, можно улучшить жадный алгоритм и доказать, что всегда пятерых хватит. Тогда конструкция, которую мы сейчас построили, она правильная, она дает как раз точную оценку. А может быть, эта конструкция не самая лучшая? Ведь в ней всего 15 множеств. Здесь 7, здесь 7 и здесь 1, итого 15. А у нас есть по-прежнему ресурс, 3 еще множества можно добавить. Может быть, можно так распихать 18 множеств, чтобы в сумме все-таки получилось 6. Вот очень интересная задача, можете подумать. То ли алгоритм улучшается, то ли конструкция улучшается. Что правильно, 5 или 6? Подумайте.